Желающих пройти в праздничной колонии оказалось вдвое больше, чем планировали организаторы. Еще около 2000 служащих предприятий города приняли участие в шествии в честь 70-летия Победы. И это не считая тех, кто чеканил шаг в военном строю. А вот самые почетные зрители по традиции за парадом наблюдали сидя. Кажется, сама погода подготовилась к празднованию юбилея Великой Победы. Такого не только солнечного, но и теплого 9 мая северодвинцы не помнят уже много лет. Красиво очень, торжественно. Богом дана, наверное, сегодня погода в честь наших участников войны и всему нашему народу. Поздравляю всех с Днем Победы. Желаю здоровья, благополучия и всего самого-самого наилучшего. При подготовке к празднованию Великой Победы организаторы в первую очередь рассчитывали не на количество и массовость, а на качество проведения торжеств. Тем не менее, желающих встать в праздничную колонну оказалось в два раза больше. Сегодня в шествии принимают участие около 2000 северодвинцев. Тех, кто пришел просто посмотреть на праздник, в разы больше. Советским воинам самые почетные места. Сегодня в Северодвинске живут 235 участников Великой Отечественной войны. На площадь Победы парад пришли посмотреть самые крепкие. Ой, безумно понравилось, до слез. Все время сидела, слезы самопроизводно сдерживают и текут, и текут, и текут. В 45-м я была дома, мамочка пришла с ночной смены. Девчонки, я сестра у меня, вставайте, Победа, кончилась война. Больше всего их радуют не торжественные речи, а внимание и теплые слова внуков. Поздравляю всех ветеранов с Великой Победой. Спасибо за то, что наше детство проходит в безопасности, за то, что мы живем. Спасибо вам огромное. Я до бесконечности вам благодарна. Поздравляем с Днем Победы. Наших любимых ветеранов. Желаем здоровья. Всего самого наилучшего в этот светлый и радостный день. До слез пронзительно. Давно такого праздника не было. Большое спасибо администрации, большое спасибо всем жителям, горожанам за то, что откликнулись. Вот такой призыв «Бессмертный полк» – это грандиозное, мне кажется, событие для нашего города. Павлу Васильевичу Лапшинову скоро 96 лет. Призвали в армию в 1939-м, тогда ему было 18. Каждый год он приходит сюда вспомнить о тех, с кем воевал плечом к плечу. Победу в 45-м встретил в Молотовске. Я желаю, чтобы войны не было. Эту войну завоевали наши солдаты, офицеры, вообще весь народ. Сегодня равнение на тех, кто не жалел себя ради приближения победы в далеком 45-м, держали моряки Беломорской базы, ветераны горячих точек, кадеты и военно-патриотические клубы. Парад плавно перешел в масштабное театральное действие. И снова воспоминания уже о первых мирных минутах после войны. Даже само небо над Северодвинском окрасилось в яркий цвет победного знамени.